Меня зовут Александр Зонов. Я представляю компанию Neurobotics, Зеленоград, Москва. My name is Александр Зонов, and I'm a representative of Neurobotics, that is a company in Зеленоград. Наша компания занимается разработкой различного оборудования, в том числе и антропоморфной робототехники. We're creating different types of equipment, including антропоморфная робототехника. Human-like. Человекоподобно. Human-like robotics. Это робот с человеческим сходством, с человеческим лицом. This is a robot with a human face. Который несет в себе функцию информационного робота. That is a robot with an informational function. Он может выступать в качестве робота-консультанта, робота-сиделки, либо робота, который помогает обучать учителю учеников, школьников. It can work as a consultant, it can work as a teacher, helping students to learn, and it can also be a babysitter, a sitter, сиделка, a nurse, or a nurse. Робот несет интерактивную функцию, может отвечать на различные вопросы-ответы, если задается там какой-то контекст или какая-то тема разговора. It is also interactive and it can give answers to different questions if it has a certain topic. Например, в школе он мог бы помогать учителю рассказывать урок там литературы. For example, in school, it can help a teacher to speak on topic, for example, if we are talking about literature. В музее такой робот мог бы помогать экскурсоводу рассказывать о различных экспонатах. And, for example, in museums, it could help the guide to tell about different objects. Также этот может робот стоять там на ресепшене, в банке. It can also work in bank or at a reception place. Выставки. And expositions. И помогать врачу. And help doctors.